И снова здравствуйте, всем привет. Итак, хотелось бы, значит, рассмотреть, какие бывают загоны. Этот загон у меня, значит, пошел после установки Unreal. Значит, хотел я там еще раз попробовать, что да как. И, значит, у меня начало после удаления Unreal, значит, компьютера, начались гоны. Вот один гон я оставил, и один гон еще сейчас, если получится, рассмотрим. Восстановил я систему полностью, значит, на первоначальное время, и, значит, пришлось мне заново скачивать Blender, потому что те файлы Blender, вот эти, которые были у меня, значит, на диске D, тоже начали почему-то гнать. Я вот этого не понял, но вот хочу вам показать, какой вариант. Значит, вот этот файл я оставил. Остальное все поудалил. И что получается? Смотрите. Я вставил ему дополнительные кости. Ну, как обычно, именно. Вот, видите. И тут, значит, эти кости повязались вон к ремню. Потом, значит, к персонажу они отказываются категорично, значит, крепиться. И вот если я выбираю персонажа, делаю Ctrl-P, White Automatic Widget, у меня выскакивает вот эта вот штука. Бон, ну, ошибка где-то при привязке кости. Что я только не делал. По прошлым роликам, где я показывал, как это все устраняется. Да, я захожу на персонажа, захожу в Edit Mode, захожу, значит, в Mesh, нахожу Clear Up, нахожу Merge by Distance. У меня все по нолям, вы видите. Потом я захожу, значит, нахожу, что у нас тут? Дегенератов тоже. Дегенератов нет, они все по нолям. Потом, что еще тут можно сделать? А ну-ка, Clean, это. Limit Dissolvena, Make Panar, Made Geometry можно сделать. Захожу в Object Mode, опять же выбираю персонажа, мне его надо перевязать. Делаем Ctrl-P, White Automatic View, все, он матюкаться будет до последнего. И, значит, выбираю самого персонажа, вот этого, и захожу в модификаторы. В модификаторах я нахожу Decimate, что раньше именно помогал по прошлым роликам, опять же, кто смотрел, я часто им пользуюсь, если, ну, на каком-то персонаже, там, скачанном или еще каком-то, пошел какой-то гон, да, я уменьшаю ему сетку, ну, вот делаю трисами. Apply, все, применил, выбираю персонажа, делаю Ctrl-P, White Automatic Widget, и это не помогает. Анимация, все к нему привязано, все нормально, все работает. Ремень, тоже два раза привязывать пытался. Вот он есть ремень. Я его выбираю, делаю Ctrl-P, White Automatic Widget, и он начинает матюкаться. Вот. И вы видите, что кости вообще вот эти, которые я заменил, не хотят никак работать. Опять же, значит, по вот этому аддону Mixama. Те аддоны Mixama, которые у меня были установлены на версии 3.6 и 4.0, значит, все принимались, все работали. А тут у меня, значит, перестают полностью устанавливаться все эти аддоны, которые именно раньше шли. И они у меня в отдельной папке. Именно я знаю, что это рабочие аддоны. Тот же Screen Cascade. Вы видите, что ничего нет, потому что мне пришлось удалить, повторюсь, все блендеры и восстановить компьютер на первоначальное, значит, состояние. Заново все устанавливать. Ну, то, что там восстановление паролей, это вообще дичь. Это я пока это все ввел, это столько психики было. Так, и, значит, что получилось? Когда я все это дело переустановил, так, вот этого персонажа оставим и закинем персонажа, который, ну, этот же персонаж, который я скинул вот после переустановки с файла, значит, ну, короче, из забрашевского файла, который вот этот файл и является. Значит, так, импорт опс, находим персонажа.
Он у меня вот такой вот большой, значит, я его уменьшаю. Так вот, оп, подгоню его повыше. Мне нужно поставить ноги четко на вот эту вот полосу. Ну, чтобы его ноги сравнялись с этими ногами. Вот. Так, подогнать, значит, персонажа к этим, ну, где-то вот сюда. И файл set origin геометрия привязать к курсору. Теперь надо S уменьшить его, чтобы голова его совпала. Так, этого персонажа delete мы можем удалить. Так, включу пока вот такой внешний вид. Выбираем это, выбираем персонажа, выбираем наши кости, Ctrl-P, White Automatic Widget. И вы видите, что в этом файле, вот в этом файле, он будет постоянно матюкаться, потому что этот файл именно до того, как я переустановил компьютер, я его сохранил. Вот. И вот такой гон был постоянно. Так. Но когда все это дело восстановилось, что у нас получается? Откроем новый файл, General DOM. Так, вот это все мы удалим. Даже не этот, давайте файл Open для Дикого Запада. Вот такой вот персонаж. Так, это значит файл Fint Missing. Так. Файл Export Fint Missing. Находим, где у нас, значит, развертки текстуры. И, значит, Fint применяем. Это персонаж, значит, для самих событий там на улице, там на лошади, там еще что-то. А тот, а вот этот персонаж второй, давайте файл. Так, тут есть вообще анимация? Да, анимация есть, он раздает карты. И вот сюда закинем того персонажа, который отказывался работать. Это опс-формат ZBrush. Опять вот приходится, видите, мне его. Так, это Ctrl-Z. Делаем. И все. Все, видите. Так, и почему-то он отказывается. Вообще все, завис. Прилип куда-то, а ну-ка. Вот здесь вроде отключен, да? А, подождите, это постмод я был, да? Значит, S. Бывает вот так вот раз и не увидишь. Так, еще раз S. Мов. Поднимаем нашего персонажа. Обязательно смотрим, где у него стоят ноги. Вот. Вроде бы, а ну-ка. Вот. Ноги вроде бы попали. Теперь что делаем? Опять же перевязываем set origin к 3D курсору и делаем S. Уже, значит, его выравниваем. Этого персонажа удаляем. И смоем. Выбираем этого персонажа, выбираем кости, Ctrl-P, White Automatic Widget. Вот, видите. И в этом файле начинает, кстати, этот файл тоже, значит, до того, как это все дело было. Вот. Выбираем, значит, персонажа, делаем Ctrl-P, White Automatic Widget. Все, он теперь будет и в этом файле материться. Сюда ничего нельзя будет добавить. Это вот, да, кстати, это два файла, которые остались с того момента. Но если мы сейчас сделаем вот так. General, откроем новый файл. Это все можно delete, удалить. Файл. Так, импорт FBX. Найдем какую-нибудь анимацию, значит. Так, 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 это анимации. Ну, вот какую-нибудь, да? Какую? Cards. Вот видите, что очень маленький персонаж получился. И файл импорт. Откроем в опс файле вот этого нашего, значит, ZBrush.
Опять же повторяем те же самые движения. Поднимаем нашего персонажа до пола. Привязываем Set Origin 3D курсору и делаем S английское. Поднимаем нашего, увеличиваем нашего персонажа. Так, смотрим, чтобы ноги совпали. Заводим персонажа к ногам. Так. Преобразуем кости N. Так, это значит аддон Mixama Crit Control Tendon. Он преобразовался. Теперь мы удаляем вот этого персонажа. Как он сейчас привяжется, это главное, что, ну, главное, что этот персонаж уже рабочий. Ctrl-P, White Automatic Widget. Все, видите? Ну, то, что я его не полностью установил. Сейчас это дело покажу, как делать. И вы видите, что он вяжется. Но в этих двух файлах, которые были до переустановки компьютера, до восстановления после Unreal, у меня вот эти два файла гонят. Хотя персонаж, вы видите, что сетка у него нормальная. Вот. Это ZRemesh-овская сетка, которая, в принципе, никогда сбоев не давала. Вот такая штука. Вот такие вот дела. Так, как надо было вот это все дело восстановить правильно? Смотрите, восстанавливаем нашего персонажа, выбираем кости, заходим, значит, в PostMod. А, английская, Alt-G, Alt-R. Выставляем и прописываем. И вы видите, насколько персонаж мой ушел. Поэтому руки не привязались. Тогда вот этого персонажа теперь мы можем удалить. А вот этого персонажа нам нужно подвинуть. Желательно заменять персонажа на самом персонаже. Ну, имея и того персонажа, да. Чтобы четко не совпали. Ну, или вот смотрим по пальцам рук. Теперь выбираем нашего персонажа, делаем Ctrl-P, White Automatic Widget. Смотрим, что да как. Вы видите, все, персонаж раздает карты. Давайте проверим, привяжутся ли к нему остальные кости дополнительные. Так, это наш Shader Smooth сгладить, но он, в принципе, не нужен. Это я вам показываю для примера. Зайдем, выберем кости, зайдем в Edit Mode и, значит, найдем Viewport Display in Front, вытащим E, две косточки, больше не надо, у меня там все вставлено уже. Качайте, ссылка на группу будет в описании. Так, Shift-D, ну вот приблизительно две косточки ставим, мы посмотрим, не будет ли гона, Keep Offset. Object, так, выбираем, перевязываем нашего персонажа на кости Ctrl-P, White Automatic Widget, и вы видите, что гона нет. Что вот персонаж рабочий, заходим, значит, в PostMod и, значит, еще R. Вы видите, что мы можем закрывать им рот. Вот такая штука. Исправленный персонаж, сейчас я вам его покажу, этот все этот нам не понадобится. Так, для массовки это один и open жилет. Вот он жилет, и значит Find Messing подключаем папки, значит папка это текстуры находим и жмем Find Messing подключить все. Вот смотрим, что тут пошло опять не так. Так, это у нас, а, пардоньте, этот файл, видите, это мои кости. Этот рик я вставлял тоже на него. Вот. Этот вяжется. Это тоже как проверка была. Значит, те кости, которые я вставляю, они, значит, работают. Все привязывается адекватно. Персонаж действует, вы видите, хорошо. Но вот эти файлы были с гоном, да? Это вот, кстати, третий файл остался. Я думал, я его удалил. Так, файл open don't save. Это значит, вот в жилетке. Так, а это уже, значит, персонаж костями для рта. Так, вот уже здесь есть кости для
ремня для подсумков, для магазина, как его назвать, для кобуры, и один, значит, для ножа, но его можно использовать тоже для второго пистолета. Видите, он ближе чуть установлен. Так, ну вот это все дело работает. И вот он сейчас легенько так работает. Все, зашибись. Вот такие вот косяки. Значит, я думал сначала, что этот персонаж что-то с сеткой. Ну, потому что, ну как, не подумал, что может так влиять установка Unreal, да, а потом его удаление приводит к нерабочим программам, к неустанавливающимся аддонам. Давайте посмотрим, как там это все дело ликвидировать. ZBrush. Итак, есть вот такой персонаж, значит, да, и вдруг вот получилось у вас какой-то вот, ну, не принимает, значит, Blender. У меня так раза, ну, три было. Вот этот раз был, ну, это крайний, да. Раньше как-то я, ну, делал иначе. Что я начал делать? Думаю, ну, может, правда в сетке что-то, какой-то сбой, где-то что-то вытянул неправильно, где-то что-то там слепилось, да. Ну, сетку-то я переустраиваю, да, делаю это, ZRMesh. И вроде бы все должно, значит, срастись, все это дело поменяться, там, ликвидироваться, косяк, да. Но нет. Раз делаю, нет. Два делаю, нет. Что такое? Как это? Почему? Я удаляю, значит, постоянно вот этот файл, который идет уже, значит, с разверткой. Думаю, чтобы такое придумать. Ну, беру вот этого персонажа. 298 тысяч полигон. После DynaMesh, повторюсь, что эта сетка не ZRMesh-овская, а DynaMesh-овская. Я могу зайти, значит, в Z-плагины, найти, значит, как она называется, забыл здесь вот, а вот, Decimate Market. Я его могу сделать и перестроить на трисы. Но, опять же, думаю, здесь сделать, черти, как оно, чего, куда, да? Я беру, значит, экспортирую вот этого персонажа на рабочий стол. Вот, формат, ну, называется 7558. Почему я назвал цифрами? Потому что бывает название, может тоже скульпт из альфа 6, он капризный к сетке. Если сетка хоть малейшая, там что-то не так, он его не примет. Все, это забудьте. И поэтому скульпт из альфа 6 мне нравится именно для проверки сетки. Заходим, значит, в скульпт из альфа 6. Вот, переустановленная версия, потому что та отказывалась полностью вот, лепить. Когда я начинал лепить, я просто водил за собой вот этот, значит, mesh, вот эту сферу. Так, как убрать вот эту вот штуку боковую? Это у нас F1. Мы ее просто скрываем и все. Так, импортируем сюда, значит, нашего персонажа с рабочего стола. И смотрим, если он сейчас его не примет. New. Вот он пишет, окей, окей. Просто он весит побольше, и иногда нужно подождать. Да, вот, персонаж загрузился. Значит, если скульпт из альфа 6 приняла этого персонажа с DynaMesh-овской сеткой, ну, в сетке все в порядке, потому что, ну, так вот бывает. Как переделать сетку? Я ставлю детализацию на середину. И чтобы переделать сетку, не надо полностью там сжать на вот это вот, уменьшить, прибавить полигоны, да. Они-то перестроятся, но лучше взять кисточку, вот, резку, уменьшить ее, значит, интенсивность и просто, включив даже симметрию, окей, окей. Здесь вот что-то этакое понарисовать. Когда мы рисуем, у нас меняется сетка везде, вы видите, да? Вот, на лице. Здесь вот поменялось, вот тоже, это стали трисы. Я подвожу просто какие-то детали, где-то что-то вот можно, значит, это выгладить. Если проблема в сетке, допустим, при склеивании, я тут вот тоже могу это все дело, значит, повыглаживать. Где-то что-то могу, ну, пока я это дело все делаю, могу это все дело где-то переработать, что-то переделать. Все нормально. Ну вот я сделал. Теперь я экспортирую, опять же, на рабочий стол, экспортирую под цифрами. Почему под цифрами? Повторюсь, что бывает название, когда вы пишете, да, то
то скупец альфа 6 тоже название может как-то, или она не считывает, или, ну, тоже у нее бывает по названиям гон. Поэтому я больше как-то цифры печатаю, и, ну, бывает буквы вот так добавляю, укук, да, это ионные уже, она тогда примет. Ну и сохраняю на рабочий стол. Так, заходим теперь опять же в ZBrush. Дублируем вот этот персонаж. На верхний персонаж выставляем импорт вот этот со скульптис альфа 6. Вот. 34, 344 кук. Вот. Видите, установился. Вот такая получилась кака. Вот. Наложение. Теперь, что мы делаем? Не меняя сетки, не дайнамешим ее, ничего. Мы просто на нее пробуем теперь projectile. Так, делаем projectile. Да. И смотрим, что у нас получится. Вот, у нас все, значит, установилось, склеилось. Единственное, что вот было два кармана. X-симметрию отключаем и пробуем. Этот карман, ну, просто его можно убрать, ликвидировать, да, там где-то подкрасить. Все. Теперь мы работаем с этим персонажем, вот с этой сеткой. Этот персонаж нам, в принципе, не понадобится, мы его можем делить, удалить, окей. Теперь у нас трисовская сетка. Мы делаем, опять же, смотрите, что мы делаем. Мы переделываем вот это с трисов на DynaMesh. Это делаем, значит, DynaMesh. На каком-нибудь подразделении и Ctrl снимаем, значит, маску на рабочем столе. Смотрим, флур. Видите, что трисы переделались в квадры, да? Ну, в квадратные полигоны. Все, теперь делаем вот этому персонажу дубликат и делаем то же самое. Делаем это ZRMesh. Выбираем ZRMesh, делаем сколько нам нужно полигонов, допустим. Все это дело прогоняется, потом тоже делаем projectile, и все, у нас уже точно модель, которая не будет гнать. Ну, это вот такой вот способ, значит, да. То же самое можно сделать и в ZBrush с Decimate, да. Он тоже переделает в трисы, но больше как-то я доверяю Sculptis Alpha 6, потому что я знаю, насколько это капризная программа к сетке, и... Но если она приняла ее, вот эту модель примет любая программа. Вот, у нас получается вот такой персонаж с такой сеткой, 5000 полигонов. Главное, чтобы у нас что? Все осталось именно с лицом, видите, но это маловато. Вот, глаз нету, это так и останется. Делаем Ctrl-D, Ctrl-D, Ctrl-D и попробуем сделать projectile. Так, смотрим, projectile сделался, и попробуем уменьшить, значит, вот этот подразделение. Вы видите, что глаз так и остался, все, вы его никуда не денете, вам нужно это все дело переделывать, и значит увеличивать полигонаж не на 5000 полигонов, а хотя бы на 10. Тогда все у вас более-менее будет нормально. Видите, глаза некуда вставлять. Вот такая беда. И это так и останется. Вот рот кривоватый. Получается, нужно делать больше полигонаж ZRMesh сетки. И потом вы все это дело опять же делаете развертку в Z-плагинах, UV Master по прошлым роликам. И все кидаете уже в Mixama, кидаете в Blender. И эта модель будет работать изумительно. Все, вот такая информация. Если кому-то вдруг косяк какой-то у вас пойдет, то, возможно, вам это поможет. Мне лично это очень помогало. Значит, три раза. Особенно последний тоже помогло. Даже когда Blender отказался работать, вот этот персонаж после вот такой обработки привязался к костям, и гона не было.
Ну а сейчас любого вы видели, что я могу взять любой, значит, файл, который не переделался. Переделался только один файл. Сейчас покажу, какой. Переделался только файл вот этот новый в жилете развертка, а вот эти все файлы, они до вот этого гона, да? Ну, в смысле, в момент этого гона делались. И вы видите, что я могу любого персонажа, значит, вот этого теперь сохранить. Вот он тоже с разверткой, и он будет хорошо работать. Значит, дело было не в бобине. Вот вы видите, что он эту сетку примет, даже без Qt Alpha 6. Значит, это если ту принимает без проблемы, эту принимает, значит, это был гон именно после установки и удаления Unreal 5. Ну, вот такая сетка у персонажа. Я думаю, что сетка неплохая. Ну, вот такая информация. Если кому-то она поможет, буду рад, что она пригодилась, чтобы исправили косяк какой-то в какой-то модели, которая не поддавалась ничему, допустим, да? Ну, так вот. Все, всем пока, до свидания.